Авиационную бомбу в 50 метрах от берега на глубине 4 метров обнаружил дайвер. Он сообщил о находке начальнику погранзаставы Лазаревского района. Тот, в свою очередь, вызвал специалистов, взрывотехников и спасателей. Сотрудники МЧС и ОМОН обследовали снаряд под водой и установили, что это бетонобойная авиабомба 250-го калибра. Выполнив все меры по организации безопасности на побережье, взрывотехники уничтожили опасную находку в воде.